Это называется жизнь. Что она для тебя значит? Как ты ее используешь? Я так понимаю, когда ты вкладываешься до потери сознания, то ты и получаешь отдачу. Ты увидишь. Мы все стараемся превратить свою жизнь в кино. Для некоторых людей в этом мире понятием «успех» являются деньги, вещи, машины, дома, награды, но это далеко не успех. Позвольте объяснить вам. Успех — это быть востребованным, выгодным в обществе. На скольких людей вы повлияли? Каким образом вы преобразовали своих друзей, коллег, товарищей, свою супругу, ваших детей, родителей, все, что вокруг вас? Как бы ваши наследники поступили? Кем бы ты ни был, студентом, директором, актером, сделал ли ты этот мир лучше? Что именно ты сделал? Это и есть успех. Нужно быть полностью счастливым и быть самим собой, тем, кем ты есть, внутри себя и снаружи. Но достичь этого требуется пройти через боль. Это борьба, словно волны шлифуют годами камень. Еще никто до конца не разобрался в своей жизни. Стиль жизни, отдача, совершенство каждый день. Но ты должен четко понимать то, что сам процесс — это именно то, что приведет тебя к цели. Кроме мучений тебя там больше ждать ничего не будет. Хочешь перекусить, посмотреть кино, вздремнуть, поспать? Извините, это в прошлом. Я знаю, чего я хочу. Я проснусь в субботу утром в 4 часа. Я готов остаться до ночи в офисе. Я готов сесть за руль и ехать более 3 часов, чтобы помочь своим друзьям. Я другой, я иду дальше, чем нужно. Пожертвую хорошими моментами ради лучших. Это сила, желание, фокус, стрессоустойчивость. Это страсть сделать то, что должно быть сделано. Я здесь для того, чтобы действовать, влиять, жить полноценно. Сделать то, для чего пришел сюда. Я здесь для величественного, то, что приходит из глубины твоего ядра. Предпочел бы я быть за бортом? Нет, я бы предпочел делать то, что делаю, ибо там нету того, что бы я хотел бы делать. Это то, чем я хочу заниматься, то, чем я люблю заниматься. Конечно, легче собрать вечеринку, посмотреть телек или оттянуться где-нибудь в центре. Быть ленивым — это легкая жизнь, быть просто как все, словно быть приклеенным к норме. Легкая, скучная до боли жизнь. Но скажи, опиши, что ты чувствуешь, когда внутри что-то похожее на «Я сделал это, я добился, выполнил, преуспел, я сделал все, на что был способен, ради того, чтобы заслужить свой кусок пирога». Ничего вкуснее в жизни не пробовал. Когда ты так долго видишь, как льется дождь из облаков, что лучи солнца кажутся для тебя редкостью. Эти чувства возникают лишь тогда, когда ты полностью отдаешь себя. Не стой на грани, не сдавайся. Это типичный момент, когда ты не знаешь, сможешь ли ты или нет идти дальше. Но каким-то образом ты найдешь едва видимый путь, через который пройдешь и сделаешь то, что казалось невозможным. Сначала ты ползешь, потом ты поднимаешься и уверенно шагаешь, словно гром пронзился в глухой лес. Ты почувствуешь себя полностью разбитым, но эта борьба закалит тебя. Борьба — это то, что определяет тебя. Этот образ жизни уполномочивает меня. Это то, что дает мне сил. Ставит меня перед самим собой. Решение сражаться есть развитие. И в конечном итоге этот путь является ключевым. Это твой момент, прямо здесь и сейчас. Ты создаешь свое счастье, удачу в этом нелегком мире. Чем больше ты отдаешь, тем больше ты и получаешь. Жалость ни к чему. Я говорю, в каком качестве ты можешь себя проявить, выкладываясь на все 100%. Мы здесь для того, чтобы проверить каждую частичку себя, изменить свое тело, разум и свой мир. Это настолько величественное, ни на что не похоже.
Многие люди мечтают, довольно много, но не каждый из них знает себе цену. Мечтать легко. Очень легко, но тяжелее всего превратить это в реальность. Ты единственный, кто управляет своей жизнью. Я не хочу сказать, что я чем-то лучше, умнее, но я не допущу, чтобы я опустился ниже, чем я есть. Это чувство поглотит тебя. Я бы назвал это битва с самим собой, чтобы стать одним из лучших, кем бы ты мог быть. Но ты должен полностью выложиться, настолько, насколько это возможно. Боль, через которую мы проходим, меняет нас в людей, которыми мы стали. Это именно тот процесс, который приведет тебя к цели. Ибо дерево должно загореться, чтобы стать пламенем. Следуй по этому пути, сражайся до последнего. Держись этого примера, чтобы ты смог оставить после себя след величия.